очень боевой настрой был. И как бы сегодня у меня такой праздник тоже. Я в составе начинала, всю игру отыграла. Я думаю, что, конечно, да, были перепады, но это, наверное, немножко от волнения, потому что давно как бы и не выходила, не помогала и не играла в составе. Но это очень приятно, я прям очень рада, что отыграла всю игру, и мы выиграли самое главное. В принципе, рук не опускаю, я всегда готова выйти на помощь, и поэтому, ну, да, борьба, да, продолжается. Я не знаю, почему такое волнение у команды было, хотя настраивались на то, что надо играть с любым соперником, неважно, на первой строчке, ну, там, на второй, на третьей, либо там на последней. Настраивались на игру, первая партия вообще не получилась, не получилось ничего. А вторую, третью немножко гораздо собрались, да, гораздо получше, но все равно результат отрицательный. Просто хорошо играли первую партию, потом начали что-то придумывать. Не знаю, там качество игры упало. Первую партию хорошо подавали, хорошо, хорошая атака была. Соперник ничего не мог этому противопоставить. Во второй партии начались ошибки невынужденные. Начали допускать очень большое количество ошибок во всех элементах. И поэтому, я думаю, что такой счет получился на табло. Но хорошо, что собрались, взяли себя в руки и 3-0, и по домам. Может быть, это следствие новогодних праздников, вот этой паузы после кубка еще. Эмоциональные такой игры были. Поэтому, возможно, в этом кроется все. Будем работать. У Иры по семейным обстоятельствам отсутствовал, Фабрис немного приболела. Как бы, я думаю, в следующей игре все будут в строю.